15 января 2022 год. Приехал проведать пчел. В зимовнике у нас плюс 3. Сейчас заглянем, что по влажности. Влажность 75%. Вот этот улик я в прошлом видео показывал. Но я его не открывал, потому что тут мешок у меня. Вот я решил попробовать. Вот здесь от подморчика больше. Вот с этой стороны меньше. Не знаю, наверное, загляну. Хоть он и шелестеть сейчас будет. Так, ну вот, пчелки сидят хорошо. Три рамки здесь стоит. Нормально. Уже и к этим заглянем, раз открыли его. Вот здесь тоже три рамки. Но здесь на кране нету пчел. Ну вот тут вот так вот у них получается общий клуб. Эти к задней стенке, эти к передней стенке. Ну, влаги я не вижу там. Наверное, вот эти мешки хорошо работают все-таки, как люди и говорят. Многие ими пользуются, но я решил вот в эту зиму один попробовать. Видимо, нормально они работают. Так, сейчас закрою его. Было немного подмора. Видно, что пчелки погрызанные. Мышки здесь работают. Подчищают. Так, через сетку, через камеру не видно. Глазами я вижу. Подмора немного. И здесь немного, вот здесь вот на сетке пчелки. Тепло было. Там до 9 градусов было тепло. Я не приезжал, не знаю, сколько тут зимовники было. В принципе, температура, ну, тепло недолго держалось, там 2-3 дня. Я думаю, что оно тут не успело бы так прогреться. Так, ну все нормально тут. Шум ровненький такой. Все хорошо, сейчас пойдем на улицу глянем. Вот эти два я смотрел в прошлый раз. Тут клубы к одной стороне сместились. Вот, а тут... Не смотрел, здесь тоже в одну сторону был смещен. Сейчас заглянем. Так, ну с этой стороны нормально. На передней стенке они сидят. Наверное, здесь был вытянут клуб. Подужались хорошо, подужались. Все тут нормально, ничего не надо переставлять. Клуб вот чуть дальше середины расположен. Рамок видно, что маловато. 3, 6, 7 штук, можно было еще одну. Еще вот эту глянем. Это кордован. Интересно, как они зимуют. Да, отлично. Отлично. Мощный такой клуб на все улочки. Нормально. Закрываем. Ладно, друзья. В
всем пока, будем ехать домой. Хорошо дозимовать всем, всем пока.